Всем добрый вечер! И сегодня мы с вами приготовим очень интересный необычный салат. Для его приготовления нам понадобится отварное куриное мясо, вареная морковка, я уже ее натерла на терочке, 2 куриных вареных яйца, 1 яблоко и киви. Киви должно быть не переспелое, а твердое. И майонез. На дно нашего салатника мы выкладываем вареное мясо куриное. Это будет первый нижний слой. Сверху мы немножко делаем сеточку из майонеза. Затем мы нарезаем киви. Нарезаем кубиками. Сверху на киви мы выкладываем вареную морковь. Следующий у нас будет слой, это яблоко. Мы его очистим и натрем на терке. И выкладываем мы наверх моркови. Яблоко должно быть кисло-сладкое. И делаем сеточку из майонеза. Куриные яйца мы тоже натираем на терке. И аккуратненько выкладываем. И делаем сеточку из майонеза. Затем мы берем киви и нарезаем тоненькими пластинками. Этими пластинками мы украсим наш салат. Вот такой у нас с вами получился салатик. Всем рекомендую попробовать такой рецепт. Приятного аппетита!